Школа рисования. Рыбакит папа рисует. Каникулы на ферме. Привет, я Ваня. Хочу сегодня нарисовать маленького розовенького поросенка, того, которого ты видел в книжке. Будем рисовать поэтапно, и его лучик тоже видел и тоже рисовал, так что рисуем вместе. На белом листе бумаги с помощью фломастера или карандаша мы будем рисовать поросенка. Поросенок у нас маленький, кругленький, у него есть пятачок, и мы нарисуем пятачок маленький. Но сначала нарисуем голову, вот такая она. Она похожа на сердечко, но только наклонное. Если вот так развернуть, то ты увидишь сердечко, а так увидишь просто поросенку. Голову мы нарисовали. Что у поросенка есть еще? У него есть, я думаю, пятачок. Пятачок нарисуем. Очень круглый посерединке. Поросенок у нас будет с телом. И мы тело тоже нарисуем. Вот так вот. Такой полукруг добавляем сюда. Или такой овальчик. Котлеточка, да? Хорошо. Это мы сделали. Дальше. Следующие элементы, которые самые главные пятачка. Это его Винни-Пуха. Это, конечно, его ушки. У поросенка есть ушки. И мы нарисуем два уха. Один пятачок, два глаза и ножки. Ножки. Ножки будем рисовать четыре ножки. У него маленькие четыре ножки. Одна ножка, вторая ножка. Одна спереди, другая сзади. Еще третья ножка, она спереди и четвертая сзади. Также у него есть копытца. Каждая ножка заканчивается таким неровным или таким двумя колышками, можно сказать. Или же буквой М кверх ногами. К примеру, так. Есть у него и пятачок. Не пятачок, а хвостик. И мы нарисуем хвостик. Такой довольно длинный хвостик. Две дырочки пятачку. Глазки ему нарисуем. Бровки. И улыбочку. Улыбку вот так рисуем. Две полосочки. Я думаю, можно раскрашивать. Нарисуем пятачка розовым-розовым. Красивым-красивым. Но не только красивым, но еще и грязным. Потому что он очень любит плюхаться в лужи. Так что начинаем с розового, а потом продолжим коричневым. Не спеша закрашиваю. Я использую масляную пастель. Ты можешь зарисовать масляными пастелями и карандашами. Если ты на этом этапе начнешь отставать, то ты догоняй меня. Ставь на паузу. А после этого мы продолжим вместе раскрашивать. Я раскрашиваю все поэтапно, стараюсь не заходить за края. И закрашиваю ровным слоем всего пятачка. И тело закрашу ровным слоем красивого пятачка. Я его называю пятачок, но все-таки, наверное, это всего лишь поросеночек. Маленький, красивый, розовый поросеночек. Мы его встретили на ферме, когда у нас были каникулы. А с лучиком мы рисовали все, что можно. И я видел его рисунок, он очень здоровский. Так что мне хочется посмотреть и на твой рисунок тоже. Убираем розовый и думаем, что же мы еще не нарисовали пятачку нашему поросеночку. Я думаю, грязь. Конечно же, он любит купаться и лазить в грязи. И мы возьмем коричневый цвет, коричнево-красный или коричнево такой шоколадный цвет, да? И нарисуем много грязи. Эти пятнышки прям будут показывать. Я пятачок. Я люблю лазить и купаться в грязи. Ушко тоже грязное будет. И щечка будет грязная. Также, может быть, и ножки грязные. А в конце концов мы нарисуем большую лужу грязи прямо посередине поросеночком. Закрасим ее тоже ровным слоем. И получается у нас грязь. Красивая, яркая. Ну, не только грязью будем останавливаться. Нарисуем и солнышко, потому что он прыгает. Он хороший маленький поросеночек. А моется он для того, чтобы быть чистым. А в грязь он лазит для того, чтобы его не кусали маленькие насекомые, которые живут его, могут жить в его коже. Так что он делает все правильно. Очень красивый у меня получился маленький и нежный свинка или поросеночек. Рисуй со мной. Еще раз повторяю, это несложно. У тебя получится.
мотай книжку, выбирай любимого животного, которое тебе приглянулось, и скорее смотри QR-код, рисуй со мной, я все покажу, все поэтапно. И у меня получился яркий. Я надеюсь, что у тебя тоже получился, и очень жду твоего рисунка в нашу группу. Группу можешь найти, ссылка у тебя в книжечке есть, группа «Рыбакит папа рисует» в Телеграм, и я обязательно посмотрю на твои рисунки, поставлю тебе лайк и нарисую для тебя рисунок тоже. Хороших рисунков, до новых встреч! Привет, я Ваня, рисую на канале Рыбакит. Я сделал серию книг-альбомов для рисования с пошаговыми уроками рисования и местом для рисунка. Ты узнаешь про приключения яркого желтого зайчика Лучика, который любит рисовать все, что видит. В каждой книге ты найдешь пошаговые уроки, плюс QR-код для просмотра специальных видеоуроков от меня. Мы нарисуем с тобой и Лучиком много замечательных рисунков. Зверей Африки, машинки в городе, динозавры, животных фермы. Книги ты можешь найти на всех книжных интернет-полках и по ссылке в описании.